Всем доброе утро. Я сейчас варю овсяную кашечку. Деток я уже отвезла в садик и в школы. Покормила их с утра. Сегодня мы как спартанцы. Я в 6 утра проснулась, думаю, ну еще 2 минуты полежу. Потом Саша меня будет, Оля, уже 7 часов. А нам, получается, максимум в половину надо выйти из дома, потому что ребенок без 20 начинает учиться, племянник мой. А вот, и мы побежали так быстро. Ой. Ну, успели. Правда, на 1 минуту опоздали. Я прям к школе его подвезла. Потом поехала деток в садик отвезла. Вот сейчас приехала, варю кашу. Сейчас сварю кашку, покушаем. И поедем дальше. Нам нужно еще заехать к Тоне полить цветы. Поедем, польем цветочки. И еще планируем сегодня съездить, к нам приехала обувь. Не знаю, куплена. Вот, сейчас покажу вам. Вырезала я с газеты. Сегодня, получается, за одну пару 5 евро. Ну, от 5 евро 10-15, только один день. Сегодня с 10 до 6 вся обувь. Квалитетная, то есть очень хорошая. Так что поедем посмотрим и вам покажем. Изабель, скажи всем привет. Всем привет. Ты поедешь к Лиане? К Лиане ты поедешь? А я пойду к Лиане. Да. Повернись, покажи куколку свою. Ты с куколкой? Угу. Покажи платьишко, повернись, какая ты красивая. Изабель, покажись, какая ты красивая. Я красивее. Ну, красивая, ну повернись, я посмотрю на тебя. Вот. А я Аня. Да? Идем в машину. Папа сейчас выйдет, подойдет к нам. Выходим с Изабелькой с концертного зала. Взяли Изабельке обувь, маме обувь и Ермочку. На Климушку мы ничего не нашли. Вот Саша себе ничего не нашел, искал. Только нам троим. Да, Изабель, ты идешь? Забрала детей. Детки сзади бегут. Скажите всем привет. Вы с садика? Да. Саша уже там ждет. Сейчас скоро Мирона забирать. И он поедет на работу, а я буду делами домашними заниматься. Всем доброе утро. Сейчас буду делать овсяный блин. Мне написали рецепт. И я хочу его сделать. Вот, я взяла овсянку. Правда, я немножко ее на блендере перекрутила. Она более такая, что получилась в муку, да, овсяную муку. Ну, там еще есть. Она очень-очень мелкая, короче, в общем, стала, да. Возьмем 3 столовые ложки овсянки. Можно овсянки, но я перемолола ее. Может, этого не надо было делать, но я думаю, так будет вкуснее. Сейчас, Изабель, подожди. Мне понадобится 1 яйцо и 30 миллилитров молока. Это все мы перемешаем, взобьем и обжарим как блин. В общем, как я понимаю, вот такая вот смесь должна получиться. И сейчас мы будем выливать это на сковородку и жарить как блин. Я добавила сыр, правда, вот сильно зажарила, бегая из Абель туда-сюда. Сейчас мы перевернем, правда, он толстоватый получился. Я думаю, что может такого количества можно было 2 сделать овсяного блина. Сейчас я вот этой частью закрою. Вот этой вот.
так вот мы закроем. Там натертый сыр, и все, больше ничего нет. И это будет мой завтрак. Ну, не знаю, что-то... Он толстоватый, и мне что-то так кажется, что я его весь не съем. Мне кажется, что я с половиной наемся. Потому как на завтрак я очень-очень мало кушаю. Сейчас налью себе кофе с молоком. И пойду завтракать. Так что спасибо большое вам за рецепт. Присылайте мне еще рецепты. Я буду их пробовать. Какие-нибудь простые, не тяжелые. Что-нибудь связано со здоровым питанием. И буду пробовать такой видеоотчет вам присылать. Так что всем приятного аппетита. Ну все, мы позавтракали, детки тоже позавтракали. Овсяный блин был обалденно вкусным. Спасибо большое за рецепт. Прям классный. Я половину съела, половину не стала доедать. Думаю, может быть, или Саша доест, или я потом как его перекус доем. Потому что если бы я съела все, то у меня было бы такое чувство, как будто бы я объелась. Поэтому съела половинку, выпила кофе. Так как кофе, да, это, можно таки сказать, как отдельный прием пищи. И едем сейчас в садик, да? Вышли с Изабелькой от стоматолога. Изабелька, покажи, что за машинку тебе сделали, подарили. Покажи. Вот. Такая розовая, да? Подарили розовую машинку, но что-то я... Сделали они ей зуб, но... Что-то мне кажется, что как будто бы ничего и не делали. Потому что делаю сейчас я это между зубами, у меня полоски. Они говорят, это отсоски. И что-то сейчас насверлил два зуба, и там прям как дырки сейчас стали. Не знаю. И не прям белый получается, ну вот эта паста, а она какая-то желтоватая, что ли. И получается, как будто бы между зубами желто. И ну и дырки. И не знаю, как быть. Понятное дело, надо это убирать. Но не знаю, может потом стоматолога поменять. Пришли с Изабелькой в Аркадин шлёз. Да, Изабель? Вернее, шлёз Аркадин. Сейчас голос везде. Хотим походить, посмотреть. Изабелька сделала свои первые покупки. Да, Изабель? Я сделала покупки. Покупки сделала. В каком ты была в магазине? Ханте? Ага. Посмотри на маму. Забей. Посмотрите диску. Дальше пойдем. Сюда пойдем, зайдем. Пойдем сюда, зайдем. Изабель, ты не туда пошла. Сюда. Сюда. Изабелька домой. Изабелька уже в рюкзак себе упаковала все заколки. Сейчас я покажу, что она купила. Это ее заколки, она уже сняла. Так что она у нас опять ходит лохматая. Всегда домой приходит, сразу снимает все резинки. И дома лохмач лохмачом. Что мы купили? Вот это я себе вообще купила. Стоило изначально 4,99. Это для тренировки. Вот такой вот. На голову, да, одевается, чтобы волосы не лезли. Один розовый, другой синий. Но Изабель уже себе их упаковала. Дальше купила Изабельке я две резиночки. Вот такие вот. Мне они очень... Привет, Изабель. Мне они очень понравились. Они вот, видите, они прям переливаются. Классно-классно. Прям супер. Это солнце нет, а на солнце вообще... Стоили они изначально тоже одна каждая 4,99, а сейчас 99 центов. Я вот купила две штуки, если вот на, получается, на волосики, да, как вот эти вот два бантика, чтобы красиво смотрелось. Ну, можно также и одну повешать, можно и две. Такие я купила, и купила я ей, тут у нее еще конструктор, ноги. Купила я еще заколочки. Сейчас я все вытащу и покажу вам. Вот это, кстати, врач ей дал за сделанный зубик. У нас еще несколько
надо будет съездить, поубирать. Я пока шла, немножко, да, погорячилась, но как бы щели большие остались между зубов, но вроде бы он этот зачистил, да, немножко. Получается, две вот таких вот, это Эльза, да, ну и две вот таких вот Анны. И вот две должны быть вот такие вот снежинки. Не знаю, куда она уже одну делала. Сказала мама, как покажешь, все убери назад. Так что все убираю я назад. А то ребенок расстроится. Только вот эти свои заберу, а остальное все уберу назад. Все, Изабелька, все в рюкзачке. Доела я свой овсяный блин. Попила чай с лимоном. Сейчас еду за Мироном забирать со школы, потом за детками в садик. И потом уже домой отдавать Саше машину, и он поедет на работу. Честно говоря, сегодня у меня такой день в беготне, бешеный прям. Сейчас поеду. Ну все, я уже дома. Покормила деток, сама покушала тоже. Курочку поела. Сейчас хочу показать вам то, что мы купили вчера. Я так и не показала вам. Мы были в магазине и купили 3 пары обуви. Сейчас я вам покажу, что же мы взяли. Купили мы 3 пары обуви от Montego, от Tom Taylor и еще раз Tom Taylor. Сейчас покажу сразу же цены, за сколько мы это взяли. От Montego я купила всего лишь за 12 евро 90 центов. Это купила я сандалики для Ермочка, вот такие вот сейчас на лето бегать. У Климушки есть сандалии, а вот у Ермочка нету сандалий. Вот я их взяла, такие вот сандалики. Дальше от Tom Taylor за 20 евро я купила Изабельке вот такие вот ботиночки. Такие вот. Такие тут бусинки. Атласный шнурочек. И, конечно же, я взяла себе также за 20 евро. Саша ничего для себя не нашел, смотрел, ему такая обувь не нравится, он говорит, это не мой стиль. Климушки мы тоже не нашли, то, что нам нравилось, они маленькие размеры были, а то, что не нравилось, ну, мы не стали брать. Тоже от Tom Taylor я взяла себе вот такие вот сандалики, очень красиво переливается. Кстати, сегодня мы купили такие же резинки, да, под такие сандали. Вот были бы такие маленькие сандалики, я бы и Изабельке такие сандалики бы купила. И как раз были бы под сегодняшние резинки. Прям тот же самый материал. Обалдеть. Кстати, они очень-очень удобные.